каждое учреждение культуры в Муравленко будет иметь свой бренд. Это одна из задач, стоящих перед специалистами на ближайший учебный год. О чем еще работники культуры говорили на своей третьей конференции, знает Ирина Бугрим. Формирование культурного пространства города – основная тема ежегодного совещания. Одна из проблем – неэффективное планирование. Например, программа праздничных мероприятий ко Дню города в 2013 и в 2017 году идентична. Наверное, потому что шли по легкой протаренной дорожке, не задумывались, для кого мы проводим эти мероприятия, кто потребитель этих мероприятий. И получилось, что, в общем-то, для одного возраста горожан мы работаем достаточно активны, и это, как правило, люди старше 35 лет. А вот люди до 35 лет, они все-таки нуждаются в более культурном таком, скажем, подходе к проведению своей организации досуга. Необходимо пересмотреть подход к проведению мероприятий и их форматы. Они должны быть популярны и востребованными всеми жителями. Ведь за каждым событием колоссальный человеческий труд. Время предъявляет жесткие требования к профессионализму работника культуры. В городе недостаточно преподавателей по классическому танцу. По классу духовых инструментов нет руководителя эстрадного вокального коллектива. Одной из проблем я выделила недостаточную сформированность кадрового резерва управленческих кадров. Так как эта задача поставлена еще президентом нашей страны, мы над этим будем активно работать. И ставим себе задачу до конца 2018 года на 100% сформировать данный резерв. У каждого учреждения культуры должен быть свой бренд. Сегодня в этой сфере действуют 34 проекта. Безусловно, в лидерах про каникулы. В топе также Наукоград и Умный город. Эти проекты востребованы, но есть и те, которые удачно стартовали, но развития не получили. Пути решения проблем в проектах решения, они такие же простые, как и проблемы. Это грамотность, информируемость, наличие определенной поставленной цели и смелость решения задач, которые эта цель подразумевает. Задачи поставлены, проблемы обозначены. Теперь важно найти пути их решения. Уже в декабре работники культуры соберутся на очередное совещание, где представят свои варианты развития культурного пространства. Ирина Бугрим, Владислав Дроботов. Новости Муравленко.